Новыми фотографиями пополнился наш альбом ВКонтакте. На этот раз люди запечатлели в прямом смысле затонувшие машины в рыхлом снегу. Заметьте, среди тех, кто увяз во дворе дома 68 по Холмогорской и карета скорой помощи. Сколько времени ушло на то, чтобы вызволить автомобили, авторы снимков не уточняют. Но и так понятно, что в случае со скорой ситуация крайне серьезная. Здесь каждая минута на счету.